Прям вот смотри за ним. Прям вот за ним смотри, блядь, четко. Так, как там они, блядь? Как мы играем? Жестко в обороне, да? Нет, да. Никаких прижиманий, блядь. С ними жестко, плотно играем. Они, в принципе, дают играть в центре там, блядь. Они начинают, блядь, прессинговать, когда спускаемся ниже середки, блядь, туда. Естественно, они будут вот эту карусель крутить. Вот у них три нападающих, вот они будут карусель крутить там, блядь, постоянно. Нам надо центр просто перекрывать там на глушняк. Если мы не перекроем, то там вообще ловить нехуй. Что будет в прошлом матче? Да, 6 штучек нахуй. Так же голосом играем или без голоса? Каким голосом? Моим голосом играем, блядь, да. Да, подсказываем, Богдан, подсказываем друг другу. Если кто видит, кто открылся, как дать. Если я бегу, задача забить им, блядь, хотя бы один гол, ребят. Потому что они сухие, суки, с самого начала. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Блять, боты защитники сразу поперли, блять, в атаку нахуй. Это момент. Понадежней там защитки играйте, ребят. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Макс, ты старайся, Дробышев, не выкидываться. Старайся там, блядь, остаться чистильщиком. Спокойно. Будет угловой. Так, 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 на вторую штангу. То, Ром Фермин, ты встань. Да, да, да. До конца эпизода на штанге находимся. Хорош. Быстро, быстро вперед, с ноги. Успевает голкипер среагировать и забрать этот мяч. Рос. Быстрее, быстрее. Хорош, хорош. Сука. Бот не мог мне ногу дать нормально. Вперед, блядь. Ниже, 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 Стас. Это может быть опасно. Ром. Ром, фланг ложи. Ваш. Оставишь. Есть, есть у меня даже. Давайте сейчас по диагональке, если передаст, кину. Походу уже не передаст. Ром, давайте, давай, ты мне. Не скип, не скипайте. Счет сыграл. Теперь надо грамотно распределить. Бля, да как так-то, бля? Корпус лишь, ставь кнопку. Я ставил все, бля. Первый и раз, что обратно. Скучновато. Он бьет. Хороший удар, но каков защитник, а? Это упал. Не играл. На дальний забирайте. Это может быть опасная атака. Ударище просто. Отличный сейв вратаря. Кто вратарь? Вратарь, спокойно. Скидывай там за. Уйду. Тут может что-то получиться. Хорошее оборонительное действие. И кто первым подходит к этому мячу? Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Хотел сначала Богдан, то на дальнюю заслать, блядь. Думаю, дай тебе. Плохо сыграно, мяч потерян.
Успешно навязал борьбу, теперь... Ромки хотел. С игроками, с игроками. Назад все. Пока неплохо. Саня. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Какой перехват. Восторг. Не бросайтесь. Агуэр. Посмотрите, как здорово ходит. Вот это удар. Сука. Гол. Они вышли. Стас, не бросайтесь. Ни на чего бросаетесь. Ребят, ЛТРТ, блядь, где? Летите как эти, блядь, они вас даже без пейса просто в сторону обыгрывают. Защитники просто не успевают закрывать свои позиции. Минимальное преимущество. Забрось, Макс. К этому моменту. Ёб твою мать. Посмотрите, сохранил такие мячи. Я сходу не могу запросать. Сунь, 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 на ход. Не останавливайся, Ром, просто. На него, на него. Скидочка. Кросс. Грамотный пас, все по делу. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Хумельс. Сурла Гонсалес. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Тотти. Агуэро. Что-то случилось. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Опасная подача была, но оборона отправляет. И вот потеря в центре поля. Кросс. Посмотрим за этой атакой. Схал. Арбитр назначает... Не оттуда дать. Или они бьют? А, они бьют. Они... Сука. Игрока возьмите. Санчес. Заявка на гол, но... Хорошо. Ну, прям пришел. Треугольником назад. С игроками сразу. Далеко кидать по флангу. Получится интересная атака. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли. Удар! Опасно! Вратарь. Он нас... Вратарь куда? Защитник просто... Я не знаю. Как-то так вот. С игроками. Стас, центр, центр, больше опорку. Стас, ага. Фун, смотри, чтобы там не разыграли ничего. 11 держите. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Агуэро! Мимо бьет. Игра на заебашку. Как он переживает. Отлично сыграно, надо решать. Тотти. Он меня держит. Да ты ебаный. У тебя там есть же место, ну пройди дальше. Ёб твою мать, блядь. Пиздец, ебаный бот, а. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Рос. Ждут они своего шанса. И в разрез. Шикарно. Защитник прерывает такую передачу. Поможет.
Подойдите. Сейчас, в крайнем случае я навешу. Нет, стой, отдай цапу, отдай цапу, цапу отдай. Пусть цап вешает, а ты в защиту отойди лучше. Где Макс? Я на полдруга. Вот сюда вот вешаю, видишь куда? Высокую. Ну, блядь. Ты в другое место на сушу полетел. Намного ближе к воротам полетел. Ударов нет. Да. Их уже 8. Ничего-ничего. Нормально, сейчас должно. Сейчас кто разводит? Мы? Не мешайся мне там. Но не через центр, все через Грачева. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Стой. Давай, там закинь меня, нормально. Сад делают. Нормально. Пускай нормально. Делают. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал. И у нас второй тайм. Поехали. Первый. Великолепное исполнение паса. Придержи. Это может быть опасно. Блять. Неплохо чувствует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Хорош. С ним. Касорла Гонсалес. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Надежно играет защитник. Макс, вынос никаких пасов таких. Через центр, да, Макс, опасненько, блин. Великолепный пас. Опасно! Все вроде нормально, и бил он как будто никак. Мяч прошел мимо ворот, и лидерство пока минимально. А там, где лидерство минимальное, и до ничейного результата рукой подать. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Видать. Продолжает владеть мячом очень долго, пора уже как-то обострять. Хорошо. Пока неплохо. Отличный отбор. О, ставьте. Не скипайте. Повыше. Блять, бот туда прибежал, ептай мой защитник. Все абсолютно защитник кого-нибудь. Стой, подожди. Кидай на Богдан. Я кидаю. Богдан, треугольник там на дальнюю скидывай. Богдан, за тебя дальше полетит. Получится что-то стоящее. Отличный удар. Хорош. Ну все, в статистике удар есть. Ну давай, хуй поспоришь, блядь. Блядь, это чё? Блядь, давал на ход. Хуй знает. Бля, я наверное пальцем зацепил, блядь, сука, удар. Ёп, толстые, блядь, ебаные пальцы. Подожди, Лёш. Они выходят. Забрось поближе. Забрось, знаешь как? Вот на дальнюю штангу, дальнюю штангу разобраться. Давай. Блядь. Ты не успел бы. Да успел бы. Вот у меня тут двое. Давай, прижали их, тихо, прижали их. Макс, не бросайся на него. Здесь защита справляется, мяч отобран. Блять. Касорла Гонсалес. Какая-то, блять. Это может быть опасно. Нет, кстати. Чу-чу-чу-чу-чу. Не игры, свободный удар. Ой, бля, еще и бот, ебаю мать. Просите там фору. Спасибо. Он перекинул. Дальняя будет.
так аккуратно. Ты играй. Блять, ну вот играй просто, блин. Может получиться интересно. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Кацурла Гонсалес. Мяч за боковым. Так, так, пропускаем Виталика дальний. Стой, подожди, не забегай, Богдан, не забегай. Стой, подойди к нему под ножку. Да, они Богдан, пишут, Богдан, беги, а ты кидай на красного, блин. Я вообще не понимаю, что делаете-то. Давайте я буду командовать. Да чтобы он остал, да чтобы он позадержал, а я забежал. Видишь, они не прохаули сразу эту хуйню. Пусть один сейчас на фланг бежит, а другой в диагональ. Ты, блин, пускай Богдан на фланг уходит, а кидай на красного, блядь. Иди, беги туда, к 11. Скинешь, если чё. Просто подарил он мяч сопернику, наверняка получит нагоняя от тренера. Чё охуенно. Защита надёжная, играет мяч от Лоза. Санчес! Площадь. Шанс для команды довести отрыв до двух голов, если забьют с этого углового. Ром, на вторую штангу. Фу, красавчик, Артем. Чу-чу, блядь. Паша промазал, блядь. Забросом все силы еще убивайте. Свистят болельщики хозяев, не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Лёш, дай. Ты, Лёша, ты чё это, блядь? Хуй знает. Хуй знает. Три момента ты не... Трёх. Не могу понять. Ничего не делаю. Ну что, я кнопку нажимаю, блять, куда он летит? Ты мощно нажимаешь, хер знает. Я забегу, закинь мне просто забросом, пиздец. Просто элементарно забросом. И убегу от защитника, блять. Все, не ори просто. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отличное взаимопонимание. Саня! Точно удар. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Убивай на синих. Богдан, за себя, за спину себе кидай. Хуй я сюда выиграл. Нет, да я отписался. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. И вратарь забирает этот мяч. Ну ты хоть смотри, кого убиваешь. Владеет мячом команда и выбирает момент. Он Санчес. Ёб твою мать. Рот ебал, блядь, пиздец. У нас, блядь... Финнес. Увеличили разницу в счет. Сумасшедший! Не понял, как это произошло, по-моему. Но очень просто. Качество паса – это качество игры. Счет 2-0, укрепил команду. Скин. Удар головой. Здорово сыграл голкипер. Что с хоп победа. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Тут защита справляется с потерей мяча. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Центр Лехи, Рома, Терэп, просто в одном тот моменте все. Вот это здорово! Отличная работа!
Это может быть опасная атака. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли мяч. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Много остановок у нас было, 4 минуты, судья добавляет. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Хорош. На, под говно еще встаньте. Поштангу. Один, на всякий случай. Играть, наверное, будет. Ну, будем видеть. Относительно легкий мяч для вратаря. Не убивай в одном. Пиздец, у нас, блядь, были моменты забить, просто надо было пас последний дать. Да, с пасом пиздец у меня сегодня, блядь. Я сыграл хуёво. Цап 30, сок без 33. Угу. У ножки посып, потому что, блядь. А мне, блядь, еще нахуй три паса куда-то вообще все в никуда, нахуй. И острые, которые должны были проходить, они, блядь, улетели все в жопу. Блядь. Я нихуя не понимаю, почему. Второй гол, конечно, блядь, им повезло там, пиздец. Отскоки, да, там, блядь, охуеть просто. Ну, по игре-то, конечно, блядь. Причем по владению мы, блядь, даже получше были в первом тайме. И вообще. Да, у меня тоже были впечатления, что мы хуже сыграли. Да чуть-чуть, вот был момент, когда мы вообще хорошо присели, блядь. Потом раз отпустили, что-то.